Денис неплохо играл, но я не понял, откуда он взялся. Я в батлнете не... А, у него в батлнете самое смешное был какой-то там 38-й, что ли, уровень. Он у меня прокатил. Он у меня прокатил на лане, и потом вот в Москве дальше прошел, да, на одну карту взял. О, давай, я так еще не летал. Некоторые люди на ланах гораздо лучше играли, почему-то, чем в интернете. Да, да, да. Ну, либо пинг, либо адреналин, собрались и вперед. Я всегда таким завидовал, которые показывали лучший результат, чем в онлайне, значительно причем лучше. Да. Поворачиваем камеру направо. Камеру на S, ну на S. И через... Через... 3, 2, 1... Погнали. На S летим. Это не Мильта. Мы летим рядом с Мильтой. Короче, домишки маленькие. Потому что на Мильте точно куча народу, поэтому... Которые за дорогой? Ну... Ну вот, или если перед дорогой. Прямо лицом лети на мост, и ты точно упадешь на дома, которые... Все, я понял. Угу. Увидите машину, кричите, и садимся, едем. Так, а может проверить спот, который у Мильты на подъезде? Ну, там будет куча народа. Ну, можно проверить. Нет, там рандом чистый, забудьте. Мы уже на дома, мы даже если там не возьмем машину, полтаемся нормально. Да. Тут с нами... Я вижу только... Вижу машину, одна появилась правее по дороге, лечу на нее. Баги или что? На дабл, нет, УАЗик. Окей. И баги левее, я, наверное, возьму баги, доеду до УАЗика, вот так сделаю. Вы можете за это время, наверное, полутать. И подо мной, кстати, это не ржавая случайно? Да, это ржавая вроде. Ну, та не ржавая. Короче, лутать еще можете, и... куда мы? Мы в Приморск можем хорошо поехать, я думаю. Приморск отлично, мне нравится. Да, но там обычно приморский лук. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, а сколько стоит забанить Понтю до конца. Лук, победный трой, новорепная, как напомню. Да. Лол, тут два УАЗика, я вам больше скажу. Я бегу. Пытается понять, сколько стоит забанить Понтю, вот я думаю... Заезжайте на этот, на главную дорогу выходите, ребят, я еду. Я стою на главной дороге, голосую. Круг далеко, поэтому нам надо это быстро сделать. Вот беру жилет и иду к тебе. Выхожу из дома. Так, ну я по маркеру Кейка бегу тогда. Угу. Блин, все в разных местах. Так, Фантомик, давай тогда, ты беги к дороге сюда, я тебя на обратном пути тогда забираю. В смысле, он тут бежит? Стой! Да быстрее так будет. Стрей. Нормально. Оп! Я сейчас кому-то... У меня ты даже не близко был. Честное слово. Ну что, в Новорепное все? Нет, может? Да, давайте, ну, давайте. А может Мильта все-таки? Да. Мильта точно, там выстрел. Не в зоне, просто Новорепное, ребят. Ну и что, мы вернемся. Хорошо. Хорошо. Новорепное, это куда это вообще, где это? Это в противоположном направлении. Ты туда едешь, Так там люди... Приземляли. Новорепном нет людей. Что ты делаешь? Выходи, на базу иди. В смысле, как нет? Ой, ребята, вы что? Как там нету людей? Там нет людей. До Мильты на Мильту нет. Приземлялась пати 3. Одна из них взяла машину и поехала туда 100%. Можем поехать на Мильту? Но не смей пройти. Это я просто, ну, кредит такой себе беру. Чтоб потом сказать, я же говорил. Вот именно, конечно. Хочешь, поехали на базу, там точно никого нет. Нет, точно все. Никого не было в Приморске. Просто он жопа как далеко от круга. Ну далековато там. Так и на что, у нас можно машина сесть на катер. Есть. Можно сесть на катер, ну не так же далеко ехать. Можно сесть на катер здесь какой-нибудь и спокойно на катере уже выживать. Так, кстати... ну что, Приморск или Сосновка выбирать? Ой, этот, на Новорепное или Сосновка? Я думаю Новорепное. Новорепное, я же Новорепное голосую. Катера не видел. Я пока тоже не вижу. Ну, в Новорепном... Могу ли я попасть катер? В тот же камень, что попали мы до этого? Ну-ка. Давай. Память моя, как она. Челлендж accepted. Тут другой был. Тут другой камень, да, есть. Ну, в другой уже неинтересно. Хочется же в тот же. Давай прям по центру. Заезжай вглубь. Прям вглубь. Чтоб нам меньше было бежать все-таки.
Да, во, еще дальше, еще протяни, протяни. И вот здесь отлично. Все, давай, тормози. Тройное торможение знаменитое. Хорош. Хорош. На будущее, возле стены парковаться нельзя, иначе получаешь урон, когда выходишь. Я, честно говоря, на своем экране даже не успел затормозить, вы выпрыгнули. У меня машина встала. О, третий желез сразу, неплохо. О, X4 сразу. X4, шлем второй. Отлично, одного человечка мы почти собрали. Вертикальное цевьё. Только если бы еще оружие было, то... Оружие это да. Я, конечно, ну... хорош, но без оружия не могу. Витя, Витя, ну что ж ты сразу в ангар это пошел? В смысле, в этот большой ангар пошел? Ну, правильно, лутать. Ладно. Там ничего не было, Михаил. Ну да, да. В любом случае, после тебя тогда еще ничего не будет. Ты же видел, я голый бежал. Я не смотрю на голых мужиков. Блин, побыстрее бы патч вышел. Так хочется, чтобы двери быстро открывались. Ой, не говори. Вот это вот бежишь лутать дома и половину времени просто за дверь открываешь. Это вообще. Так, интересно, здесь и револьвер без патронов 7.62 лежал. Это я взял, наверное. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, этот донат был не от Понти. Понти, понятно, понятно все. Сарайчики. Не от себя донат. Мне пока не по пути вообще. Ну, окей. Миша, на моей позиции второго левела бронька. Все нормально, у меня есть бронька. Да что ж такое? У-у-у-а! Ой-ой, блин, что-то я в этой игре лагую, походу, сильно. А еще когда вы на полном ходу выпрыгнули, что-то заподозрил. Второй шлем на мне, Кирилл. Ой, шлем, это ты... жилет второй. О, у меня есть второй. Да, что-то так, облакивает. Так, тут лутаешь, я, значит, пошел. Так, 8x, отлично. Калашек. Я нашел лодку изи. Ну, отлично, все. Выиграл нам время, кстати, прилично. Победный трай. Да, по морю поплывем. Но проблема в том, что у меня нет никакого оружия, просто ноль. Никакого вообще. Второй рюкзак есть. На мне. Так. Все, нашел калаш, уже хорошо. СКС. СКС нашел? Да. Ну, бери, это же прекрасно. Взял, конечно. Не пропускай, СКС поднимать надо. Я тебе дам 8x прицел, и ты будешь... Мазать. Тащить. Да. Мазать. Я лучше СКС кому-нибудь сбагрю, на самом деле. У Кейка лучше, он хорошо стрелял с этого... Мне хватит X4. Ну, я... Если только X8, да, дадите. Что-то СКС я не особо респектую. У меня есть X8. У меня X8 есть. У СКС отдача большая, с него не очень приятно стрелять. С калаша даже прикольником. Скар нашел. Нужен кому-нибудь скар? Нет. Ну ладно. Скар лежит. Так, у меня уже второй X8, я начинаю что-то подозревать в жизни. О, забанили Понтю. Отлично. Там, видимо, договорился модератор уже о сумме, необходимой для... бана Понти. Вот модеры могут зарабатывать теперь почти честным образом. Прекрасно. Я бы не сказал, что это большая потеря для твоего чата. Кстати, пятки берите. Понти? Да. Ну, хотя... Ведь тут контейнеры сверху все полутал, да? Да. А, так ты где находишься? Там, да. Где ты находишься, да. Ну, здесь еще есть сверху контейнеры, как ты понимаешь. Mm-hmm. Да, я помогу, потому что у нас уже... как бы синий подходит, и надо уже
Если, в принципе, наркоты много, можем прям до тала полутать и не сильно первый код. Если у кого-то есть там две баночки, например, можем забить. Давайте все-таки двигаться ходки. Я последние гаражи смотрю и двигаюсь ходки уже. Еще один второй. Давайте. У меня просто что-то не особо по луту. Ну хотя, в принципе. Не, нормально, нормально. Я что-то зажрался. Патрончиков чуть-чуть дадите и нормально. У меня семерок очень много. Пяток. Мне... О, семерки это хорошо, мне семерки нужны. Пяток бы дали бы, это хорошо. Так, ну бегите на меня, получается. Я беру клопки, а вы бегите на меня. Ну. Уже можно сейчас бежать. А где ты? А, все, вижу тебя. Можно или рекомендуется, или прям необходимо бежать? Ну стоит, я даже не знаю. Судя по кругу, надо бежать. Тут вообще две лодки, поэтому вы можете взять каждый по лодке. Лодка, кстати, чуть быстрее круга будет плыть, так что. О. Так, гранатка. Это лодка завелась, так ничего себе. Солидно. Все, ладно, бегу сойдет. Это 4 на 4. Я не могу. Что? Что случилось? Надо было назад сдать. На мель сел. Все. Нет, просто я вдоль стенки проехался и не могу как бы повернуть. Все, давайте, го. Смотрите, я бомбочкой. Управлять лодка. Так. А мы обмениваться здесь не можем, да? Пардон? Нет, на дно упадет. Жаль. Поехали. Так, у меня есть... Я вижу катер едущий. Неизвестный поддерживал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Хорошо. Британские ученые показали, что у мужчин, подписанных на канал Чамандера, в среднем на 20% длиннее, чем у мужчин, не подписанных на канал. Но если мы их не убьем, то это будет полный посол себя. Но они прямо, вы можете в них стрелять. Эй. Берег очень широк. Так что нормально. Эй, нет, сказать не хочешь? Я хочу стрелять, я боюсь, просто я не смогу. Я как бы. Нормально, не переживай за это. Ребят, это товарищи, скорее всего, с базы. То есть они по уши вообще затарены. Стреляют фантомик, да? Это Кирилл, да. Блин, у меня тут такая тряска, я не знаю даже. Да вообще нереально, да. Все, у меня голова в виде. Прицели, поэтому... Понимаете, мы сейчас будем выезжать, они нас расстреляют. Вот сейчас, если мы из-за угла выезжать будем, они припаркованы и будут стрелять. Они поехали. Не, дальше. Надо. Они дальше поехали. Мы можем на мельту пару завернуться. Да, хорошая идея. Но я не знаю, я не помню, где был самолет, поэтому я не знаю, как там дела с лутом без безопасности. Нам в любом случае надо бы схавать что-нибудь. И тут лодки еще. Спаун или не спаун, я не знаю. Нам надо еще где-нибудь попить. Сесть, чтобы просто обменяться этими. Да, давайте сядем за лодкой. Я за лодкой. За сяду. лодкой. Не перед лодкой, а за лодкой. Где я сижу? Я скидываю СКС. СКС скидываю. Скидываю патроны к СКС. Семерки, пожалуйста. Мне бы X4, если можно. Нет, мне нужно четверочку, если есть. Так, я. X4 я дам, да. Давай, четверку взял, на восьмерку. Ты, в общем, снайпер у нас. И закидывайтесь. А есть у кого-нибудь что-нибудь еще? А, что нужно? Все? Голографический есть. Держи. Я скинул все, что мне не нужно. Что, все скидывайте, все чужда. Пятерки отлично. Пару болик еще скидываю, потому что есть у меня запас. Найс, да. Вот а дайте один болик, если есть лишний. Дам. У меня нету, я один съел. Изи дам. А то у меня одна аптечка и 5 бинтов, и все. Ну, нам а пятерки есть у кого-то? Надо... Пятерки есть у кого-то? Пару пройти. Все. У меня есть 30, в принципе, могу не отдать. Не надо. Все, поехали. Ну, я с СКСом, походу, буду стрелять в отеле. Так, слева стрельба СВ. Но это не по нам. Не по нам. Да, мы хотим с берега или с леса обойти, нам надо решить сейчас. Я думаю, надо с берега все-таки, потому что слева стрельба, и надо краешек. Пацаны на катере с базы поехали, соответственно, в Либаку, я уверен в этом. 100% в Либаку. Так, там позиция прям... у нас хорошая, кстати. Мы близко подходим или все-таки с берега идем? Я думаю, с берега. Вот зря Витя форсирует. Зря. Ну, меня не жалко. Меня не жалко, ребята. Все хорошо. Конечно.
Должна быть какая-то внутренняя чуйка, что никого нет. Я ставлю на чуйку. Заодно, кстати, посмотрим, есть ли тут черный ход. Так, Flash Hider Sniper Rifle. Это, видимо, по адресу. Опа, да, это клево. Это и на СКС-очку поставить. Useless, самый бесполезный, наверное. Пламегаситель, да? Это ну, просто да. Вспышки не будет, или он еще... Да, ну, просто вспышки не будет. То нет, есть, он еще игре... немножко кажется, стабильность. Кажется, он уменьшает, да, увеличивает стабильность. Ну, Ламыч говорил. Супрессор нажал, супрессор. Ну, извини. Так, а вы что, на Мильту Пауэр не? Нет. Мы ее обходим. Мы ее обходим. Витя... Тут никого нет, я лутаю, кучу лутаю. Ну, лутай как... все и неси нам потом просто. Хорошо. Давайте через ангар, ребят, давайте к Вите все-таки, потому что хреново будет, вот, если вот... либо мы... Миш, вот второй вход, видишь, с этой стороны. Нет, тут были, вижу. Да, калаш, да, здесь патронов. Видишь про... Да, тут были? Калаш без патронов? Класс. Да, это очень... Все, тогда, ну, значит, тогда не заходим, не заходим. Виктор, выбегай. Вот дождемся Виктора у... Занимайте, короче, позицию, не надо пробегать дальше, я думаю. Назначено просто... месте в назначенное время, давай, Виктор. Мы там. 11, Белгород, шесточки. Отлично. Ждем. Разводи костер. То есть одна группа точно где-то вот за Мильта Пауэр. Одна, скорее всего, высадилась на в Липовке. Они там вообще по уши. А у кого снайперка сейчас? Мне кажется, не до конца проходит. У меня СКС. Кириллом. Кирилл, да к тебе. Бросовый флешхайдер. Давай, я смотрю, тут берег. Где-то тут нет их вроде. Я бы с Мильтопара в лес пошел. Мне кажется, люди там куда-нибудь на лесопилку ушли. Сзади машина едет на полной скорости на С. Всем занять позицию. Она прям по верху, по скале ехала. Ее вниз куда-то занесло. Да, она упала. Прям 50 метров от нас. 50 метров от нас. Пойдут, просто стоим как кремень, ждем, они сейчас пойдут, они снизу не пробегут. Просто ждем, прям, ждем. Стреляем по команде, ребят, желательно, если они не вон, видят поползли, нас. Поползли, смотрите. За камнями, как кремень, стоим, стоять, держи, не стреляй. Я не вижу пока никого вообще. Михаил, они выше, двое бегут уже, okay. Но их больше, я думаю. Такая башочка. Надо их подпустить бы очень близко, чтобы забрать их лут, когда они сдохнут. А вон, по скале один уже бежит. Второй, они все по скале решили побежать. Блин, ребята, они прям по скале движутся. Вижу, ага. Трое, четверо, фулл пати. Я могу начать с гранаты, могу. Начинаю, они уже очень близко. Ребята, они уже очень близко, я начинаю. Одного убил. В скалах сидят. Мы не в зоне, ребят. Ух ты, ничего себе. Да, Гренка. Третьего нокнул. Да, вижу еще одного. Он лег. Я убегаю в зону. Все, я кидаю Гренку. Сейчас взорву, скорее всего. Попаду. Все, убил одного. Убил последнего, я думаю. Не убил я его. Гранаты. Ребят, лут жалко. Очень правильно, правильно было бы все-таки нам как-то свалить. Куда ты пошел? Ты за лутом я пошел? Я за лутом пошел, у меня вообще ничего нету, да. Ну что, думаете, плохая идея? Нормально, у меня еще аптечки есть, если что. Да, давай, бери. Забирай медицину в основном, медицину это важно. Медицину, патроны, оружие. Да. Оружие не надо брать. Нет, лол. Оружие. То есть у него нет оружия. Если есть. Ну у меня да, у меня 5,56, 15 патронов. Так, большая аптека. Я тоже здесь. Там четверо было человек? Да, мы четверых убили. Аирдроп на 300 вижу. Нормально, Михаил, сразу наркоту прими, я даже не почувствую. Ой, хорошо, прям. Третий рюкзак, третий шлем. Так, компенсатор на снайперку. Более утоляющее берем. У меня компенсатор тоже есть тут же. Берите магазин увеличенный, да, берите мне тоже. Да, беру. Взял. Магазин увеличенный, да. И пойду. Патроны, пятерки. Пятерки, семерки. Семерки скидывай, фантомик. Ой, себе, тут да. Карочка. Взял. Пламегаситель на снайперку. Патроны, семерки не нужны. Я СКС выложил, ребят, тут кар была. О, отлично. Компенсатор так, на снайперскую бутал? Винтовку. Это уже не надо. Компенсатор, а не пламегаситель. Еще один кар тут есть. Короче, если хочешь, его... Короче, я пошел, все, хватит. Обходить далеко придется. Пора идти, ребят. Я бегу. Сейчас по... Ой, минута до круга. Да. Давайте. Там возвращайтесь в круг. Мы побежим адски далеко, кстати, ребят, поэтому... Далеко, давайте. Нам обходить придется, да.
Короче, мы бежим, побежали уже, ребят. Потом, ну, потом будем обмениваться уже в кругу. Давай. Аптечку юзаю. Я сейчас боликом еще закинусь, потому что отстаем. Единственный вариант, может, будет катер внизу. Нет, это нереально. Ну, чудеса же случаются. Я бегу немножко под ХД. Жизнь полна чудес. И сюда так что, мы на берег, да? Мы на берег идем? Направление 285, а бегом бежать. У нас это очень понятно, мало. Да. Понял. Собственно, тут есть типа такая дорожка, мост, я не знаю, как назвать. Туда бежим. Так, кому расширенный... Ну, хотя я понимаю, нет. Да. Это... Потом. Компенсатор на снайперку еще есть, а не пламя-гаситель. Я пламя-гаситель выкинул, я понял, что там не надо никому. Все, тлен. Лишний X4 есть еще. Да. Главное, что мы все фулловые. Четверка вижу не нужна никому. Прямо за камнями. Вижу. Ой, не стреляйте, ребят. Это будет желательно не ввязываться вообще. Будем. Внизу на пляже, прямо у самой воды, еще двое. Стреляют по мне стреляют они. Уходи с КГ. Дайте мне еще раз направление на тех, кто вас стреляет. Они справа стреляют. НВН. Все, понял. Один там. Один по скалам бежал, второй двое. Останавливаться нельзя. Да. Надо бежать. Ага, в воде четверых вижу. Останавливаться нельзя, ребята. А, они пробуют подняться по скале, ребят, если что. Забиваем на них, это вообще не важно. Забей. Круг бежим, тогда по. Нам надо стараться левее в круг бежать, как можно левее, круг, как возможно. Я вижу домик, он не в круге, окей. Он еще 100 метров после домика тебя бежит. Иди выстрели, стрёмно. Да я вообще пипец. А мне норм, ребят, не знаю, чего переживать. Мне нравится играть. Бахают на В. На НВ. Короче, деревья, ложиться, как-то держаться там. Не в нас, это хорошо, что не в нас. А, блин, ребят, не рекомендую направо идти. Там фулл пати, оно сейчас снизу будет подниматься. Оно там поднимется? Ты не видел? Оно чуть дальше. Оно, они пытались, но уже, видимо, не поднялись. Они сейчас так, дальше. Я сел за дерево, смотрю. На пляжу прямо поднимутся. И стреляю там, пацаны, не по нам. Так, надо. Готовьте, сейчас пати поднимется. Оно поднимется в итоге точно. Хорошо. Смотри, я винтуюсь. Ой, какая позиция хорошая, и Михаил ее пробегает. Вообще обожаю такие места. Так, Михаил, ты что-то скинуть можешь, я помню, ага. Да, увеличенный магазин нам могу скинуть. Пятерки? Приму тоже. Пятерки нет, пятерки никак. Увеличенный магазин, прицел X, больки две штучки могу скинуть. Могу скинуть две аптечки взял. Еще. Ой, аптечечка. Ребят, живо работаем, там сейчас это, пойдут уже. Так, с НЕ, я думаю. И нам надо облизывать круг и заходить как-то вот, ну, короче, с этой стороны. Короче, кейк веди. Давай. Ну, готовьтесь к бою, что я могу сказать. Погнали. Те, ребят, повылезали с берега. Вижу, да. Готов стрелять. По самому праву дайте огня. Убежали назад. Один вон из... Ой, блин! Плохая позиция. Нормально. Выше, Михаил. Фантомик лёг. Стреляют оттуда. Я умер, бегите. Стреляют Е, ребят, по нам. Это минус пати, хорошо. Это не сказал бы, что выгодно, но минус пати это. По нам стреляют Е, по мне стреляют Е. Да это они же стреляют. А они же стреляют, лоб? Ну да. Пипец. Надо было, наверное, оставить их, но, блин, у нас... Вон еще слева идут, слева НЕ, короче. НЕ сейчас товарищ подбирается, но, в принципе, не... Опа, по мне подшмаляют. Справа. Блин, твою мать. Я не вижу никого. Попали. Ой, по мне шьют как хорошо, да, тоже. Так, вижу откуда. Ну, это суицидники. Не-не-не, никаких выстрелов. Ребята, мы сейчас еще спереди прилетим. Он очень близко. Вот он бежит прямо вот здесь, вот. Круг, бегом. Это была плохая идея. Теперь очень близко наша смерть. Капец, нас трое, 26. Я бафнутый.
Ну, у меня аптек много, я... Короче, правый отколется, ребят. Две тьмы справа отколется. Надо где-то сейчас до круга еле-еле. Да, в скалы лечь, лечиться и ждать. Потому что те спереди... Они не знают о нас, а задние должны отколоться. Ой, их встречают, там того челика встречают. Хорошо, не хорошо. Не агрите, хорошо. Пожалуйста, не агрите остальных. Хорошо, хорошо. Там встретили, пати прям очень близко, ребят, но ко мне можете пробежать. Ой, их там насилуют, о боже, я не хочу вас слышать. Круг. Иди, живи. Так, ё-моё. Я лечусь, у меня нет выбора. Я ложусь и лечусь. Ребят, держимся. Нет! Бегаю. Кто? Да, запрыгнул? Так, ползи, меня можно... Выползи. Меня можно поднять, да. Давай, ты где? Иду. Еще в лесу прямо перед нами. Я смотрю на них, пока не стреляю. Если они остановятся, уже нет. Я не могу ближе. Возрождаю. Откуда тебя сняли? Меня не сняли, я в круге умер просто. Да куда ты пошел? Не двигайся, блин. Я что не делал? Руки убрал клавиатуры. Не успеешь. Успею. Ползи только выйти. Сразу. Давай. Рекомендую, есть медицина? У меня нет, у меня бинты есть только. Ведь тебе дать аптечку? Я вылечусь, у меня есть. Хорошо. Есть аптечка. А есть аптеки лишние? Кто-нибудь может поделиться? Есть одна аптечка, одна есть. Ну, запасные, раз. Я имею в виду. Да, более утоляющие еще держи. Одно. И последний энергетик, тоже один. Готовимся, бафаемся. Наверное, да? Да, нам, короче, смотрите, справа агрессивные ребята очень сильно. У меня нет патронов. Нам надо уже на... Пятерку скидываю тебе. Давай, пятерку. Я тоже могу. Давай, ниже вот я тоже скину. Он не может подняться. 55, надержи. Нам надо уже, ребята, идти, иначе мы не зайдем в круг. Да. То есть тут поля чистые. А слева вон ребята сидят. А где? Стреляют. Нет, что-то не вижу уже, но были слева. Вижу, там трупы уже лежат. Нам надо сейчас под дорогу прыгнуть, потому что справа будут люди, и победить тех, кто слева, иначе мы будем против двух пати сражаться. Сейчас можем тут еще, у нас есть чуть-чуть времени. Ребята справа что-то не палятся. А, они вправо вон убегают. Они по правому краю круга оббегают. А тут, дождемся, видите, стрельбы. Уже. Дождемся стрельбы. Лучше пока не стрелять никуда вообще, да. Я мы понимаю. Уже довольно близко к кругу. Можем прямо вот тут поползать. Тут есть спины, не можно бежать, да. Так, вижу, туалет. Туалет бежит один. Туалет в круге! За туалетом люди, но мы по ним не стреляем, не палимся. До туалета! Пушим! Туалет! Мужики, давайте. Туалеты бегут. Туалеты бежат. Они не видят пока. Пока не видят, да. Мимо туалета. Прошел бежит. Мимо туалета. Мужики, давайте, просто за туалетом. За будку? Бежит. Хорошо. Стреляют по кеку. Слева за деревом. Да, это слева. Я не обижаюсь на них, все нормально. Я за туалет. Я вижу. Ой, аккуратно, Фибоначчи, я справа. Вижу. Его убивают. Сейчас я их сниму. Вон, вижу за этим, за камнем вижу чувака. За камнем, да. И ногу только. Ребята, нас могут издалека расстрелять, справа тоже пати не стоит. Так, вижу, они да, не издалека, стоят, не стоит. Да, вижу, бежит по ХГ, не стреляет. Против пати справа мы вообще бессильны сейчас. Тогда не стреляем. Они сейчас уйдут дальше. Так, ребят, у меня слева молодой человек выглядывает, я его сейчас убью. Хорошо, кейки, да, что-нибудь? Нет, просто страхуйте, чтобы я вижу, сейчас где-то он лежал, он уполз немного. Ребят, круг вообще не френдли. Да? Нет. Так, вон за камнем все еще товарищ есть. Да, один за камнем, один левее за холмом, один правее за деревом. Шмаляют. По мне. А, это справа, пати нас. Справа, да, вижу. Из окна. Так, 30 секунд. Легли. Все, кто на холме был, легли. Все трое мертвые. Нет, вижу чувака на Е, на Е75 за деревом. Блин, 75. Есть у вас вообще? Нет. Стреляю по нему, блин. Он настрелится. 75. Вижу. Надо убить его. Он по нас целится реально. Стрелял по нам. 5 секунд, ребят. Бежит. Убил. Ребята, Направо надо. Все. Надо идти, ребят. Надо пушить, да. Это жопа. Сейчас камень, слева будет. Камень вижу. Один, второй камень. Камень один точно в зоне. Вот этот вот ближний. Он большой. Там двое поместятся, ребят. Да. Давайте, змейки, говнейки. Вот это все.
Я за дальний. Я за... Легли. За дальний. Есть аптека, Михаил. Мне очень есть плохо. Последняя. Давай, держись. Те бегут, прям перед нами, на Н, вон. Вижу. Можешь. Лег один. Попал, убил. Хорош, Михаил, все, отойди, из дома, походу. Из дома, из да, дома, ой. Михаил, двое. Миш, одному я попал. Бинтуюсь пока. Я пока не помощник, да, я тоже бинтуюсь. Да, из дома справа уходит, за дерево. Да, вижу. Аккуратно. Вижу. Стреляю в него. Лечусь пока, бинтуюсь. Он за деревом. Еще один бежит к нему. Там у них зона схлопывается, ребят, нам придется туда бежать. Попал. Дымы, светошумы, что-нибудь есть? Два дыма есть, могу закинуть. За деревом, значит, на МЕ ровно, дерево. Минута еще есть, это минута, двое, ребят. Это последнее, да. Полностью. Ребят, последнее. Надо куда их перестрелять просто. Куда будем рашить? Могу дать дым. Не-не, если он высовывается, сейчас попробуем. Если я ложу, кладу одного, сразу же это, идем убивать. Я поймал в него три раза или четыре раза. Вижу его, стреляю. Есть, вырубил. Нокт, ребят, нокт. Убил. Убил. Второй где? За тем же деревом? Да. Вроде бы да. Вроде бы да. Там не, подожди. Не спеши. Давайте чуть-чуть вправо. Все вместе. Закидываю вправо. Дымы, я закидываю дымы. Подождите, закидываю дымы. Так были дымы все-таки. Вон, высовывается, Кирилл. Меня стреляет. Там же, да? Да, там же. Да, вон да, слева да. От дерева, слева вижу. От того же дерева. Вижу, да. Давай, умри, сучок! Он ранен, он сильно ранен. Я из этого ничего не вижу. Да мы выиграли уже, все, его, это, его, ну, короче, его синий тоже пойдет убивать. Короче, ты беги, мы будем с Витей его контролить и все. А Витя уже первый, если что, бежит. А, синий схлопывается. Есть, молодцы! Хорошо. Молодцы. Блин, как мы это пережили вообще? Изи, две победы. Я что-то вообще в конце не выгнал. Как мы пережили? Вот эти ребята слева, я думал, они нас все сразу закроют, не дадут перебежать. Нет, но туалет спас нас. Те, кто справа был, положили всех на холме. Которые трое было. Справа,